Бывшему владельцу печально известного ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолию Заку повторно отказали в условно-досрочном освобождении. Прошение рассматривали в Верховном суде Карелии. Против освобождения выступили представители колонии и прокуратура. Они отметили, что у господина Зака есть более десятка нарушений правил внутреннего распорядка колонии. Напомню, что Анатолий Зак отбывает наказание за нарушение правил пожарной безопасности, которые привели к массовой гибели посетителей клуба в Перми. Пожар в заведении «Хромая лошадь» случился в декабре 2009 года. Тогда погибли 156 человек, и еще более 400 были признаны потерпевшими. Владельца ночного клуба приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии города Сегежа.